Привет. В общем, я занимаюсь фрезеровкой различных форм для литья грузил. И также поставляю различную фурнитуру для изготовления снастей. В данном случае я закончил заказ в Тирасполь. Я отправил много пластика им. Сейчас закончил форму. Значит, тут форма вот такие свинцовые грузики, которые одеваются на вот такие корзинки. Это под большую корзинку. Вот я делал 80 грамм. Кормушка состоит, получается, из грузика, планки с ветлюгом и корзинки. Вот сейчас у меня выполнен заказ на свинцовую форму. Планки льются. Корзинка была уже отправлена. Что вот форма идет с ручками, накидными болтами. Все для удобства работы. На сколько тут? 3, 6, 8 грузиков. Отправка будет частями, но клиент предупрежден. Еще раз показываю, такая корзинка. Я буду все это отправлять по мере готовности. Кому понравилось это видео, подписывайтесь на канал. Нужны заказы какие-то, пишите Viber, WhatsApp. Там есть мои контакты все под видео. Я на все вопросы отвечу только через эти мессенджеры. И приму ваши заказы. Все, до следующего видео.